Здравствуйте, друзья! Я не был в бане чуть больше недели, но кажется, что прошла целая вечность. И я очень рад, что меня пригласили в баню в среди недели. И сегодня мы расскажем о своих ощущениях от парения с печью Эверест 24. Привет! Привет! В компании Фарнакс мы стараемся донести максимальное количество информации о продукте до наших сотрудников и всегда рады возможности протестировать эту продукцию на себе. И сегодня вместе со мной в парной наши сотрудники магазина на Большевистской 73 участвуют в тестировании новой печи, которую они еще не пробовали на себе. Перед нами Алексей и Евгений. Всем привет. С Алексеем вы уже знакомы, он нам читал большую лекцию про камни, которые можно использовать в банных печах. А Евгений у нас новичок, он работает всего около года. Поэтому сейчас мы будем делиться опытом и своими ощущениями от той продукции, которую мы уже успели протестировать до этого, и будем получать новые впечатления от печи Эверест. Лёш, ну раз уж ты самый опытный среди нас, парильщик со стажем, расскажи о своих ощущениях. В целом печь очень приятная, мягкая, парная. Не слишком сухая, с невысокой температурой, порядка 60-65 градусов. И влажность, наверное, чуть поменьше. Вполне комфортно находиться, даже не поддавая, начинаешь потихоньку прогреваться, потеть. Когда начинаешь поддавать, прогрев усиливается, и он все равно мягкий, тебя не прибивает к полку, пар очень легкий. Именно мелкодисперсионный, высокотемпературный. Даже без веника в парной вполне приятно находиться и просто поддавать. Евгений, ну а ты что скажешь о своих ощущениях? Я скажу о своих ощущениях напрямую. Я подам сейчас на эту печечку водички, получим пар, попробую на себе. Алексей рассказал более конструктивно, информационно, а я буду пробовать на себе. Замечательный, приятный пар, мягкий. А что, водичка у нас из-под венечка? Водичка, да. Из-под венечка, дубовая. Венечка у нас сегодня будет дубовый. Будем пробовать, распариваться. Спасибо нашим покупателям, которые нам предоставили такую возможность сходить в эту замечательную баньку. Топка-то у нас чугунная, да? Да, топка у нас чугунная, сборная. Состоит из отдельных элементов, которые собираются на термостойке герметик. Очень глубокая каменка, которая находится в языках пламени, толстая, до 12 мм чугунная. Именно она позволяет получить очень легкий пар, потому что камень в ней прогревается до 500-600 градусов. Слушай, но каменка-то огромная получается. Сколько здесь вошло камней-то? 280, по-моему, камней в целом, если вместе с сеткой, может быть, даже и побольше. То есть вместе с экономайзером около 300 килограммов камней. Именно поэтому здесь такое массивное основание для печки, чтобы все это пол у нас выдержало. Да, обязательно требует фундамента. Ну как ты думаешь, вообще выбор это разумный для коммерческой бани? Производитель не рекомендует ее ставить в коммерцию, но коммерция все-таки довольно быстро окупает даже большие затратные печи и способна за счет своей конструкции печка способна выдержать довольно серьезные режимы работы, чуть ли не круглосуточные. В такой комбинации с кирпичным дымоходом эта печь остается горячей в течение многих часов, чуть ли не суток. Можно добавить здесь еще одно, что печка уже не топится часа полтора-два, камень остается по-прежнему горячий. Камень удерживается подряд, да, несколько подач водички. Даже, я бы сказал, несколько часов паровых процедур. То есть масса большая, позволяет, да, вообще... Да, объем большой, инерционность большая.
Поэтому остудить уже очень тяжело. Еще можно добавить к словам Алексея, что топка собрана на герметик, то есть нету никаких болтовых соединений, и что меньше вероятности слабых мест, так сказать. То есть она не лопнет где-то в этих местах. То есть и плюсом еще, наверное, будет то, что если что-то с чугуном все-таки когда-то произойдет, вы всегда можете приобрести в отдельности запчасти. Че, Алексей, хорошо работается в компании Farnax? В рабочий день. Да, рабочий день идет, и приятные ощущения, и новые впечатления, и вообще все чудесно. Здорово. А тебе, Евгений, как? Отлично, все замечательно. Я так понимаю, вам есть, конечно, с чем сравнить печку-то. Ну, как ощущение от парения? Это одна из самых лучших парных, в которой я был. У меня опыт, наверное, сравнение небольшой. То есть я парился, в принципе, с печками из нержавеющей стали, из конструкционной, то есть для более финской бани, то есть более жаркая. Температура умеренная, 60-65 градусов, мне комфортно. Можно находиться долгий период времени в парильном помещении. Ну, Евгений, как дела? Отличная баня, изумительный пар. Ну что ж, друзья, все задачи мы на сегодня выполнили. В бане попарились, печь изучили, получили положительные эмоции от парения с печью Эверест. И мы вас приглашаем протестировать эти печи. Печи установлены в банном комплексе «Добрая банька». Находится в Новосибирске этот комплекс. Контакты укажем в описании к этому ролику. Ждем вас в гости. Ну и, конечно, желаем легкого пара. До новых встреч, друзья. Счастливо!